Садовое общество «Прибрежное» находится в районе кирпичного завода, рядом с залив Черемшана. Здесь мы после долгих поисков и обнаружили кучу шелухи от семечек. Причем немалую, явно, что выгрузили целый кузов. На дачах сейчас пусто, но нам повезло. Дачница Галина Тихонова позвонила председателю садового общества «Пивовар», который граничит с «Прибрежным». Он сказал, я ничего к этому не отношусь и не знаю, кто свалил. Кто-то заказал, говорит, им сюда свалили. Кому надо, дураки, говорит, есть, пускай берут. А так, говорит, ничего не знаю. На некоторых участках мы действительно нашли рассыпанную шелуху от семечек. Как удобрение ее обычно не используют. Она гниет долго и толку от нее никакого. Однако для разрыхления почвы способ неплохой, но весьма опасный. Земля мягкая. От нее, но от него быстро получается пожар. Чуть спичку кинул, не туда, все вспыхивает, как порох. Кстати, из-за такой шелухи подсолнечника 3 года назад едва не сгорели дачи в районе Олимпа. Об этом нам рассказали местные экологи. Нам приходилось привлекать МЧС для того, чтобы на протяжении 2-3 недель тушить эти семечки. То есть она постоянно возгорает. И этим самым хочу предупредить наших уважаемых дачников, что может постичь и вас. Также эта шелуха несет вред и для биоресурсов. Рядом залив, и шелуха, конечно, попадает в Черемшан. Для рыбы это не корм. Это мусор, который будет гнить на дне и загрязнять воду. Еще одно место, усеянное шелухой, мы обнаружили около дачных обществ в районе Золотого озера. По словам одного из садоводов, сюда шелуху постоянно везут КАМАЗами. Пусть сваливают в нескольких местах лучше всего. Вот здесь и в том конце, и ты, и тем. Вот, знаете, его довольно быстро сыскали. Дачники довольны, только налицо нарушение. Такие отходы должны вывозить на полигон. И, думается, этими фактами должны заинтересоваться правоохранительные органы. Арина Макарова, Евгений Ерофеев, Виталий Немов. Новости Димитровграда.